В Звенигородском микрорайоне «Восточный» ликвидировали пьяную яму. Внутриквартальный проезд, проходящий в низине и долгие годы, находящийся в несоответствующем стандартам состоянии. В этом году по многочисленным обращениям жителей микрорайона администрация Одинцовского округа выполнила капитальный ремонт проезда. Была проведена отсыпка щебнем с поднятием дороги более чем на 30 сантиметров. Уложено асфальтовое покрытие толщиной 5 сантиметров, установлено 4 лежачих полицейских и 8 дорожных знаков. Качество работ вместе с инициативными звенигородцами проверил глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов.